Армянский теннисист, 14-летний Микаэл Аванесян, стал победителем международного турнира в Турции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта. В полуфинале юный армянский спортсмен победил соперника из Турции, а в финале оказался сильнее теннисиста из Черногории. В турнире участвовали представители 11 европейских стран. По словам исполнительного директора Федерации тенниса Армении Геворга Караманукяна, достижение 14-летнего Микаэла уникально в истории армянского тенниса. В декабре прошлого года Микаэл также участвовал в этом турнире и занял второе место, что также беспрецедентно. В этом году он превзошел себя. В европейском рейтинге он занимает 7-е место, это блестящий показатель. В национальном рейтинге Федерации тенниса Армении Микаэл Аванесян занимает первую строчку среди спортсменов в возрасте 14 лет.